Ребята, ну чё, готовы к нашему переезду? Блин, вы видели, в каких условиях это все происходит? Я привез Lexus на трейлере. Я, короче, выехал в 3 часа ночи в Северную Каролину, вот забрал все вещи, сел на трейлер, загрузил машину и поехал. Смотрите, вот я снял ее с трейлера. Как я сижу, это колеса от коляски. У нас вот здесь в машине их две лежит, представляете? И вот я сижу, то есть как бы у меня даже места здесь нет. Короче, я приехал в апартаменты наши, и нужно сейчас там подписывать документы, я сегодня не буду. Мне сказали то, что это можно уже будет завтра сделать. Но мне нужно будет сейчас оплатить оставшуюся часть денег. И вот я приехал в банкомат Bank of America. И тут смотрите, какая тема. Ты подъезжаешь на машине, я не знаю, вы, наверное, видели. Ну и я, по-моему, рассказывал о том, что вот есть вот такие банкоматы для ленивых, чисто для машины. Подъезжаешь, деньги снимаешь, не выходя из машины. Я первый раз этой штукой пользуюсь. И в моей ситуации, да, когда вот так вот загружена машина, это очень удобно. Поэтому сейчас я, короче, сниму деньги. Вы не подглядывайте за моим пин-кодом. И мы едем, собственно, забирать ключи. Потом мне нужно будет поехать купить кровать, потому что мои прилетают сегодня ближе к ночи. И у нас там вообще, ну, мебели у нас нет. У нас только такие, ну, всякое барахло, которое мы там обжились за последние полгода. Вот. Поэтому... В этом выпуске мы, собственно, расскажем вам и покажем нашу квартиру, поделимся своими ощущениями и эмоциями. Возможно, эту серию я там пару дней буду записывать, чтобы она получилась для вас максимально подробной. Теперь мы переехали в Северную Каролину, поэтому если вам интересна эта тема, интересна жизнь в Америке, интересна тема работы в Америке, то я обо всем этом вам буду рассказывать. Поэтому для всех вновь прибывших я говорю о том, что, ребята, подписывайтесь, иначе вас будет преследовать самая стрёмная реклама на Ютубе, которая только есть. Поэтому не портите свою карму, нажимайте кнопочку и смотрите этот выпуск. Я надеюсь, что он вам понравится. $500 есть. Давайте дальше смотреть. Короче, деньги снял. Сейчас еду в CVC. Это типа аптеки. Ну, аптека, магазин там. Короче, все есть. И там нужно будет сделать мани-ордер. Это штука такая. Ты приходишь, кладешь деньги, и тебе чек выдают на эту сумму. И, ну, я не знаю, в чем преимущество, почему его используют компании, но очень часто вот именно просят мани-ордер вместо того, чтобы взять, допустим, наличные. Может быть, кто-нибудь знает, дайте информацию в комментариях, потому что я не разбирался в этой теме, но вообще интересно. Ребята, я, как всегда, немного спешу. Через 10 минут они закрываются, ну, в смысле, администрация апартментов моих. А мне нужно срочно отдать им этот мани-ордер и забрать ключи, поэтому я не снимал весь процесс, хотя... Люди мне советуют, то, что вам интересно смотреть на такие процедуры и на общение с американцами. Я обязательно буду практиковать и свой английский, и такие съемки, но сейчас нужно быстро все сделать, поэтому я не стал заморачиваться. А мани-ордер я вам сейчас покажу, как выглядит, только подъеду к кондо. Бумажка, короче, у меня их две, нужно было $812 заплатить, они вот на две части разбили, на 500 и 312. Комиссия там что-то в районе $5 за это заплатил, и вот сейчас их отдам, и все. Я думаю, то, что не опасно показывать его, потому что он уже к этому времени, наверное, будет обналичен, так что, наверное, не стоит пытаться, если у кого-то появится такое намерение. Ребята, короче, взял я ключи от апартментов. Осталось только найти лифт. И пойдем смотреть, что там будет внутри. Мы живем на 4-м этаже. А где лифт? Здесь его нет. Там какой-то день рождения. Блин, мне еще машину как минимум нужно разгрузить.
Хотя бы вот этот Lexus, чтобы привезти на нем кровать. Я пока еще не представляю, как это будет выглядеть. Пока у меня только одна мысль – привязать матрас к крыше и, ну, как-то проехать эту дистанцию. Я не знаю, насколько законно везти матрас здесь, на крыше машины, но если что, я просто буду объяснять ситуацию копам о том, что спать негде, негде спать. Я нашел лифт. Смотрите, короче. Лифт. Едем вместе с вами смотреть эти апартменты. Я их еще не видел. Первый раз мы заходим в них. Катя тоже не видела, поэтому буду отправлять ей часть этого видео уже сейчас. Жду их вечером, встречаю в аэропорту. Но не в Шарлотте. Смотрите, вот так вот мусор здесь выставляю. И его забирают, приходят. Вон ведра у кого-то стоят прямо перед апартаментами. И каждый вечер забирают мусор. Вообще симпатично, конечно. Лифт, правда, далеко. Так, ну что, дверь открыта. Заходим. Пахнет вкусно. Вентилятор работает. Вон там у нас пакетик какой-то ждет. Короче, экскурсию, наверное, я буду чуть позже устраивать. Самое главное то, что мы добрались, мы получили ключи. И уже сегодня мы будем наслаждаться вот этим видом. Ну, я, наверное, буду раньше это делать. А Катя уже приедет поздней ночью и будет ничего не видно. Кстати, вот эти вот самые мусорные ведра, которые стоят, их выставляют потом в коридор. Но пахнет тут вкусно. Такое ощущение, что тут никто не жил. В принципе, вот ковролин тут чистый. Я думаю, то, что сегодня готовили эту квартиру. И, собственно, мы приехали домой. Да, смотрите дальше. Купил себе набор. Две подушки и матрас. Кровать будем заказывать в интернете. А так все то же самое. Те же кассы, даже планировка.